Что неприличные сейчас. Вот! Че? Стой, а есть еще, смотри. Сейчас. Это полицейский тебе такой подходит, начинает тебе говорить, там, ты виноват, а ты ему такой. У меня ноль этого. Пока, топлива, пока. Ну, ноль топлива, Вильям. В смысле ноль. Где заправка? А где заправка? Че ты? Вы стреляли. Ты че стреляешь? Не стреляй. Ты че стреляешь? Кто стрелял, скажи мне? Это он. Ах ты сука. Блять, прости, да я случайно. Вот это, блядь. А ну заткнись. Шапка слетела. Иди шапку подними. Эй, черный. Ты черный. Я не черный, я загорелый. Все, тогда извиняемся. А где черный? А, уход черный. Йоу, анимешники, здорово! Здорово. Поясни за тачку. Ты поясни за тачку или как? Какой есть. Гейская тачка тебе. Какую подарил, такой есть. А кто подарил, не скажешь? Хочешь в нашу банду, да? Будем ходить и тыкать. Ладно, попуск. Это ты попуск. Нормально на мирной зоне чилить и давить. Давай, ты улетел отсюда. А тебе аморалить нормально на этой зоне? Ну давай, мораль, давай. Ну давай, писай. Ну давай. Сборные бои. Сборные бойцы. Маме передает меня привет. И папе, и маме передает привет, хорошо? О. Вильям за это собака. Ну ладно. Садись, Вильям. Давай, нет! Бензина нет. Не попросил. Пацаны. Слышите? Батя на админке. Пацаны, бензина нет, пацаны. Помогите, бензина нет. Зачем помочь? Отлей! Отлейте, пожалуйста. У нас могу только это, рот отлить. Нет, я же бензина нормально попросил, что ты так отвечаешь? Погоди, у меня вроде есть бензин. Ай, бля, не. Ща поковыряюсь у тебя там, может отолью. Он слепень сильно формного бойца. Пацанчики, что съебалось? Что съебалось? Мужик, стой. Это ты опять? Это кто-то затонировался для меня. Мужик, отлей бензина, пожалуйста. Мужик, бензин нужен. Так, бензин нужен. Ну, а ты её отольёшь? Вильям, смотри. Чё? Слышишь? Ну. Отлей бензина, пожалуйста. Отлей бензина, пожалуйста. Пожалуйста, бензин. Ну отлей, я тебе жалко. Я сказал, что сделать. Что надо сделать? Я все сделаю. Ну, банка там, заправка. Сейчас. Вот это. А, я уже поснял. Не, ну понятное дело, что он ездит, потому что в ней бензина нет. Классно. Кепка слетел. Что ты
шлангом приготовил? Канистру. Шланг у меня был. Ну так доставай канистру. Какой шланг? Резиновые они между ног. Ча, этот шланг или какой? Не тот достал. Нет. О, блядь, смотри, погоди, погоди. Да, сейчас. С Стамилем тут много людей, это не надо. Видишь, мой молоток? Этим молотком я гвозди бью, и не только. У него топор, Вилем, у него топор. Топором тоже гвозди забью, не переживай. Топором, блядь. Ну смотри. А где ты купил? Молоток. Пацаны, так что делать, если бензина нет вообще? Я без понятия вообще. В магазин едешь, канистру покупаешь, приезжаешь. А на чем я тебя поеду, если она... Поехали, завезу. Вильям, Вильям, поехали. Поехали, Вильям. Поехали, садись. Поехали. Вильям, садись быстрее, Вильям, садись, 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 садись. Быстрее, Вильям. Как тебе оружие с предохранителя? Ты меня выкинул, Вильям. В смысле? В лес везет. Ты меня выкинул. Ты меня выкинул. От души. Я тут пешком бегаю. Кто он тебя убил? Магазин. А куда он повернул? Магазин. Ну а где это? А я где? Эй, мужик. Пацанчики! Он меня сбил. Добрый человек, ты меня подвезешь за канистру или как? Я ж подвез твоего друга. Кто тебе сказал, что это мой друг? Он меня из машины вытащил. Да, я не могу заправить машину, отойди. Давай с ним поздоровай. Погоди, заправить машину, вот, блядь. Вы не на заправке, блядь. Так нужно на заправке быть, чтобы заправить. Полце говорят. Гектарь открываешь, нажимаешь на кассе, использовать эту машину, заправлять. А, Вильям, на С открывай инвентарь. Использовать. Все, блядь, садись. Давай с тобой, да, руку тебя пожму, нормальный мужик. Да не, спасибо. Да не, спасибо.